Эммануэль Макрон не стыдится своего высказывания о том, что он собирается достать всех непривитых и усложнить им жизнь, если они не решатся на вакцинацию. О том, что он не возьмет свои слова обратно, президент Франции заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Парижском пантеоне, посвященной председательству Франции в ЕС. «Кого-то расстроило фамильярное выражение, к которому я прибегнул, но я беру на себя за это ответственность. То, что расстраивает меня, это ситуация, в которой мы оказались. В стране наступает раскол, когда некоторые размахивают как знаменем своей свободой, ставшей безответственностью. Они не только ставят под угрозу жизни других людей, но и ограничивают чужие свободы. Этого я не могу принять». Макрон употребил выражение «достать непривитых», которое звучит на французском еще более резко, в своем интервью газете «Паризьен» 4 января. В тот день в стране выявили 271 тысячу новых случаев заражения. Высказывания главы государства раскритиковали его политические оппоненты и простые французы. «В детстве ставится очень много обязательных прививок, иногда надо делать и ревакцинацию. Мой сын привит от всего, кроме коронавируса. От гриппа я сама не прививаюсь каждый год, потому что я не вхожу в группу риска. А сейчас без новой вакцины вы полностью отрезаны от общественной жизни, но я не поддамся на шантаж». Напомним, в четверг Национальная ассамблея приняла в первом чтении текст законопроекта о замене санитарного пропуска на вакцинный. На данный момент менее 5 миллионов жителей Франции не записались на вакцинацию.